Североказахстанские активисты, представители этнокультурных объединений, госведомств и местных НПО приняли участие в мероприятии «Этнокамп». В ходе диалога стороны подняли вопросы взаимодействия, финансирования и реализации проектов. Как отмечают эксперты, сегодня важно заинтересовать молодых людей в волонтерской деятельности, давать им возможность проявить инициативу и включать в работу. Также вышеперечисленные структуры обязаны выработать алгоритм взаимодействия, обсуждать наболевшие проблемы и эффективно их решать. Одним из проблем этнокультурных объединений центров является неравномерное финансирование этнокультурных центров, нехватка этого финансирования, также отсутствие кадров квалифицированных и поддержки.